Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, и в руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск «Моменты жизни». И сегодня мы с вами смотрим «Моменты жизни» за октябрь. Не буду долго томить, поэтому просто садитесь поудобнее и погнали смотреть. «Моменты жизни». У нас сегодня пару событий. Первое, мы наконец-таки встретились с Наташей спустя столько месяцев. Сегодня будем обсуждать книгу, как будем все иллюстрировать. И пришли посмотреть нашего Анатолия и любимый Кир. Ой, так красиво прям. Это церковь лютеранская, она в этом году отмечает 300 лет. И в честь приходите этого... Приходите на выставку. Выставка, кстати, очень крутая. С 1 октября началась. Ну, пока я это все сниму, конечно, смонтирую. Во всяком случае, выставки там разные бывают. Да, только 4 выставки в год. Каждые 3 месяца идет. Вообще отлично. Приходите, смотрите, сейчас поближе вам покажу. Солнышко сегодня в Питере, обалдеть, да? Вот. Это был Анатолий. Выбираем, как будет выглядеть у нас обложка для книги. И на самом деле это оказалось намного тяжелее, чем я думала, потому что это самое первое, что человек видит, еще не открыв книгу. И мы прям сидим и прорабатываем вариант. Надо проработать, друзья, прорабатываем. Я считаю, вот эта обложка должна быть такой. Пока такой набросочек. Человек со стороны, который занимается всей вот этой штукой, именно с издательствами, в общем... Your friends. Как думаешь, выигрышно ли? Мне нравится. Сразу видно, о чем. И хорошее цветовое пятно. Мне нравится композиция. Ситуация какая? Нам нужно сделать очень красиво. И обычно, покажи нам всем зрителям, обложку показывают просто там гитары где-то или укулеле. И Наташа предлагает типа именно рисованный формат. То есть, чтобы обложка была целостная иллюстрация. Чтобы это было продаваемо, выглядело продаваемо. Потому что, во-первых, это уникальный стиль, это нарисовано, есть еще цитаты классные. Это будет это цеплять очень. Здорово. Гораздо лучше, чем фотка укулеле, и теперь это книга про укулеле. Я очень переживаю, нам же надо это все, друзья, продать, чтобы был бестселлер. Я на бестселлер очень сильно надеюсь. Нет, правда, что ты смеешься? Наташа, соберись! И раз речь зашла про укулеле книгу, то я могу сказать с уверенностью, что она уже вышла, вы можете ее приобрести по ссылке в описании или в любом книжном магазине. Ну и также в качестве промоушена книги я буду давать мастер-классы и будет отдельно прям презентация. Всю подробную и актуальную информацию я буду оставлять в своих соцсетях, поэтому чекайте. Моменты жизни. Саша ли у нас готовил макинтесс? Как ты думаешь, сколько я приготовил? Я пока не знаю. Ну, как ты думаешь? Саша Олька сегодня хотел мак энд чиз. Ну, мне а кажется, как вы думаете, сколько вышло? Ну, кастрюлька вот эта. Ну, не кастрюлька, а вот эта кастрюлька. Ну, как да? Это? Посмотрите, сколько там еды. Смотрим все. Сашка, ты чё? Ты чё, целая? Раму собрал с этим кормить? Я же говорю, мы детей в школе будем кормить. Пойдем посмотрим. Сейчас на раздачу встанем. Макарон как бы можно было поменьше немножко? Мак энд чиз, мак энд чиз. Главное, походу, я сегодня ем это тоже. Любовью! Я не хотела, я не планировала сегодня ужинать. Мы будем есть. Ты теперь по ней будешь это есть. Придется. Главное, Саш, готовить с любовью. Готовить с любовью, дорогие мои. В смысле позерка? Понимаю. У меня сегодня такой бай. Сегодня день учителя и... Тебе чайник не мешает никак? А, пофиг, ты знаешь, сколько уже этих моментов с чайником снято? Нет. Сегодня день учителя, это мой любимый праздник после Пасхи и яблочного спаса. Также верно, воскресенье. Сегодня немножко такая тостинка, как это сказать. Я не пошла работать учителем музыки в школе, и мне не дарят листочки, эти цветочки. Листочки от деревьев. Что-то мне так немножко так грустненько стало. Я посты выложила, я не особо помогла. Я решила послушать ту самую песню, которую мы пели. Я пела сама лично во всех вот этих вот выступлениях в школе. Вот эту. Ну, почувствуйте этот вайб. Сима просто в шоке. Бима? Доброты. У меня есть озеро доброты. Мы заставляли каждый год петь эту песню, между прочим. И что-то я немножко под этот в этом году прям аж не знаю. Я прям реально с таким теплотой. У меня просто подписано очень много. Меня поздравляют! Все, пошло, поехало. Биби. Биби, ты поздравила тетю? Я прям вот с каждым годом
ошарашиваюсь, честно говоря. У нас сегодня опять мой любимший праздник, День Учителя. И ребята, не забыли. Не забыли про этот праздник, не забыли про эти мои любимые конфеты, родные просторы. Я сегодня пошутила Юле, что можно перевести как Native Fever. Это обожаемые мои конфеты именно с фундуком. С арахисом вообще это шушера какая-то. С фундуком вообще... топ. Хоть в этом году мы с Юлей вдвоем, а Шулька у нас в командировке, а Саша уехал к себе на родину. Не забыли, для меня это очень важно. И еще чаек Нури в пакетиках, 50 пакетиков, прям по-настоящему. Мне кажется, и так это трясут. Я очень ошарашен, очень рада, очень приятно мне. Мы еще сохраним эту коробку. Прошлая коробка у нас сохранилась несколько месяцев. Мы ей играли морской бой. Вот эту тоже положим в самом лучшем месте нашего стола. Колонку берем. И Максик. И положим. Моменты жизни. Даша писала сочинение. Которое задолжала уже 2 урока подряд. И на третий решила написать. Посмотрите, как она красиво оформила. С фотками. Да, и часы, которые она потеряла. И она тут... Тут подписи даже к фотографиям есть. Ну, вообще, ну, человек постарался. Вот реально долго был, и все, она все закрыла. И сколько страниц. Умница. За всю мою карьеру, да. Ой, честно, ой. Все ученики, извините, но это самое красивое, самое прекрасное сочинение. Да? И фотографии она и подписала, и какие-то рыбки, и сердечки. Ну, это ж надо было так постараться. А как она позирует? А какая осанка? Ну и в завершении этого чудесного сочинения последнее предложение. Блин, хочу это документировать. Вот это мадам, пока Алекс у нас уехал в родные, в Росторы, сидит у него, работает и пишет мне в Телеграм, буду ли я что-то в Токи-Сити. То же самое делает Александр. Я говорю, ты похожа на Александра? Она говорит, нет! И я его заменяю. И сейчас она заказала все то же самое, в такие же позиции. Тут у вас какая-то ментальная связь, потому что он тебе дает стол, да, свой? Понимаешь, вот это все передается вместе со столом. У нас есть. Вещи имеют свою энергетику все-таки. Кушка, ты сейчас в комнату сейчас уйдешь и будешь играть в игры, да? Буду играть все в игры. Нет, я буду дать стол высыпать. Нифига. Представляешь, они просят 15 рублей за набор. Да, да, да. Я все убрала. Все убрала. Не надо мне ничего. Видно, что вот этот отдел у нас всегда зайдет за таким-то номером. Вот. Ну и по должности то же самое. То есть мы вот здесь прописываем по должности. Кстати, обратите внимание еще на какой момент. Вот мы говорили... Фу. Блин, ну, я теперь понимаю, все твои крики оправданы. Это камеры, что ли? Так а чё тут? Давай его уберем. Блин, Даша. Ты чё его нюхаешь? Это клоп. Малиновый клоп. Малиновый... Нет! Биби. Пиздуй, ты за квартплату не платил. Блин, монет на туре. На, понюхай. Прям малинкой пахнет. Нет. На малина, малинка, лето, лето. Понюхай-то. Нравится? Она такая. Моменты жизни. У нас с Юлей вечерний ритуал. Мимаш убежал у нас куда-то. И... Я снова один на том ламбо. Я снова курю, тебя сквозь дым не вижу. We gotta get low. Мы пока шли в МАК, после МАКа тоже думали об этом, чтобы послушать эту песню. Мне так нравится, как ты танцуешь. Ну, мне очень нравится, как ты ревнуешь. Давай, я люблю, как ты сучка психуешь. Эти девушки вокруг меня сочёт. Я бежащим на тебя со своей бролики. Только с моей хоть есть коктюбы. Под экраном у моих парней есть турки. Ты мне вода хоть на мы сейчас на сатирике. Пора. Сейчас я вам станцую. Давай. Я не знаю, где же моя бейка. Бармен. Лей.
вау, я удивлен. На самом деле, простите, пожалуйста, мне кажется, вас уже укачало. Мы смотрели фильм «Куб», и он такой, ну, немножечко умный слишком, там много цифр, цифры ударили в голову. Мы пытаемся понять вообще логику этого фильма, я решила это все показать на памяти, как я понимаю. Внутри этих кубов и есть один кубенок, которого он ездит как лифт. Вот так вот ездит. Ага. И если мы в правильном месте сядем и попадем в этот куб, мы можем как-то выйти из самого куба. В этом кубе. Угу. Хотя, подожди, а как они туда попали? Они все в разных кубах. Угу. Последний куб, он в этот момент был здесь. Угу. И все, и пошла пизда пляска, вот так вот они двигаются. Да, и тут у тебя есть момент. Если бы они вот здесь остались, угу, через какое-то время... Они бы вернулись. Они бы просто, ну реально, они бы сюда и вернулись. Им просто нужно было периодически открывать эти двери и смотреть. Угу. Они, блядь... Ну а кто знал тому... Вот хотели подеградировать, получилось думать. Моменты жизни. А вы немножечко, наверное, в шоке, почему мы сидим не дома, а на каком-то кладбище сейчас находимся. Дело в том, что у нас есть в Санкт-Петербурге Ананкирхе, это лютеранская церковь, и в этом году ей стукнуло 300 лет. И в преддверии этого они сделали квест бесплатный по лютеранскому кладбищу, который вы можете пройти бесплатно в Telegram-боте. И вот мы сейчас пришли, у Юли немножечко шок, потому что она мусульманка, и она немножко переживает. Но в целом, действительно, очень красиво. Сейчас вот такая вот сегодня погодка, серая, осенняя, я бы сказала. И пока мы начали только-только проходить этот квест, мы узнали, что, оказывается, вот смотрите, есть такое надгробие в виде дерева. И это не редкий случай, что тогда делали. И оказалось, что такие надгробия делали тогда, когда умирал последний человек в своей династии. Я могу прекратить снимать, мне неловко, мне некомфортно. Давай, пожалуйста. Как ты себя чувствуешь? Мне некомфортно. Почему? Меня научили, что на кладбище нельзя снимать, надо приходить. А тут квест туда проходит. Тут вообще кошмар. У нас уже немножко влилась. Юль, как тебе? Хорошо, потому что я прохожу все уровни с успехом. На самом деле, действительно, очень интересно. И кто переживает, ой, кладбище, квест, относитесь к этому немножечко по-другому. Как будто это что-то связано с искусством. Потому что, действительно, это история, это база, это основа. Если вы будете ее изучать, то в целом вам будет намного интереснее к этому всему относиться. Пока мы гуляем и проходим квест, видно, что какие красивые были места и как отличается. Это кладбище, пока мы сейчас сходим, изучаем этот квест, нам дают очень большую историю про это место. И оказалось, что оно как бы по идее лютеранское, но кого только не хранили, и это видно. И оно до сих пор функционирует, и видно по надгробиям, по памятникам, что это действительно так. Что там какой-нибудь архитектор выдающийся, у него целый склеп семейный, а кто-то там поменьше, просто такой крестик-мик, который уже покосился от времени. В общем, очень интересно наблюдать такие особенности, и в целом, действительно, вот это прям такое европейское место, потому что мы из Татарстана, у нас как-то все более приземленно. Запах поменялся. Угу. Запах поменялся. Странно. Юля говорит, сильно не дыши трупным запахом. Если смотреть другие кладбища, не в Санкт-Петербурге, допустим, не в Москве, то они все какие-то одинаковые. То есть у всех все стабильно. Или такое обычное надгробие, или крест стоит. Ну или полумесяц, или это какое-то что-то исламское, мусульманское. А здесь вообще уже пошел полнейший интерактив. Нам дали послушать музыку. Написано там под наименной картине что-то. Короче, очень интересно. Немножко вам какой-то Гарри Поттер начинается. Это великолепно. А еще главное бесплатно. Ура, ура, мы прошли. Че, как тебе? Давай быстренько. Прикольно же. Да, у меня отбила себе все ноги, я хочу кушать, я замерзла. Потому что тут такая вот кладочка бугорочками. На фоне смерти. На фоне смерти. Что могу сказать? Такое ощущение, как будто мы больше полтора часа проходили. Заплутали в один момент. В целом, прикольно. Где вы еще такое походите и узнаете? Да, да. Мне кажется, мы дольше были, потому что мы очень много тупили. На очень многих моментах. Это правда. Потому что там дается тебе задание, и такое, вот ты нашел это здание, мы такие, так, где, что, куда? Ну мы пишем. Там и задание было. Написать имя девушки, которая похоронена вместе с Шульцами. Мы пришли, мы видим 4 девушки, их 4, мы такие, какую писать? Мы вычеркнули одну, потому что у нее была другая фамилия, мы такие, ну это не она. Мы вписали всех, кроме этой девушки, а оказалось, что надо было как раз ее и вписать, потому что ту, которая с ними похоронена, а не одну из. Всем советую, рекомендую. Приходите, если это будет работать, когда я выпущу «Моменты жизни». Во всяком случае, знаете, что у нас в Санкт-Петербурге есть Лютеранское, Смоленское кладбище, метро Пионерское. Во всяком случае, знаете, что мы такие штуки проходим.
Учитывая, что Юля вообще мусульманка. Ну, это такое. Она у нас тут это... А Люд тиранилась. Моменты жизни. Юлька у нас немножко прихворала. Хочет чай попить с метришкой. Зверо-отпугиватель. Зверо-отпугиватель. Давай, затирай. Сейчас она мне такое говорила. Я не понимаю, почему зверобой называют зверобоем. Он же отпугивает зверей. Значит, он должен называться зверо-отпугиватель. Он не бьет зверей, он не зверобой. Я не понимаю. Объясните мне. Нет, не надо было так заваривать. Так не надо заваривать. А как заваривать? Короче, как всегда, с вами я на связи. Даша будет мерить платье. Литл блэк дресс. С большим биг вырезом. Тут на это нужна песня. О, нихуя! Вот это вот лярва. Ну, вообще. Как с вырезом этим платьем? Что, тебе идет, Даш? Ну, слушай, да. Ну, это платье прям делать. Саша, Сашка! Саша, смотри. Смотри, как... Это что за... Еба! Скажи же классно, ей идет! А что за платье? Мое. Юля, мы слушай, не так плохо, как я думала, честно. Ну, вырез смущать меня немножко. Саша не будет мерить. Дашка, ну вообще. Ну я могу померить. Давай. Моменты жизни. Саша у нас привез челнок. А вот такую Уна. Новая версия называется Уна Флип. Гуччи Флип Клаб Чичи Вичи Масап. Интересно? Подожди, я не сказала Чичи Вичи Масап. Отлично. Прикольно. Интересно. Я даже выиграла с первого раза. Переиграла эту игру и уничтожила. Спасибо, нами от всего сердца. Одну карту надо было брать. Ну да, ты сколько мне взяла? Я вот две взяла. Ну ладно, молодец. Уна. А нет. Нет, еще нет. Я знаю. Сиди тут крыса одна. Должен быть ты. Мы остановили фильм. Что вы послушаете Егора Крида? Картинки. У меня руки. Да куда ты видишь, что я клип нужен? Хороший, кстати, вкусный. Мне так нравится, но попала с твоей резинки. Только не видели, ты нас напала. Откуда я запомню слова? Даш, ты куда идешь? Куда ты нас привела? 18+. Мы пришли сегодня играть в игру квиз 18+. Она проходит в музее секса, пошлости, разврата. Нам, короче, столик такой забронировали. Написано «Татар Фрэнхаус». И самое забавное... Даш, я снимаю, как подскажи мне. Чего тебе тут лучше бы снимать? Давай. Все нормально. Уже поставили обратную связь сердечками. Написали «Soul the best». Это единственное, что у нас такой интерес. Да. Мы должны выиграть носки, друзья. Я участвую в конкурсе носков. Фотографии прикрепляем, в котором мы выступаем, чтобы выиграть носки. Это единственный стол, я вам сказала, и у меня лежит мой картхолдер, и она хочет забрать мои деньги. Смотрите. 13 место, команда «Оба». 3 место, «Привольные камешки» «Джуниор». Мы на 10-м, мы на 10-м. 15-м, вон там 10-м. Так, и давай еще. 3 место нашей лотереи. Цифра 40. Да, команда блин, M-Positive. Почему? Анна. Почему они около нас? Почему он, а не я? А почему? Ребят, пошумите, Ксюша, забираем. Не терпищ. Не подарок от розового кролика, а вот эти носочки с бананом. Чтобы
чтобы ты помнила, где ты этот банан получила. Вот фотография. Татар Фрэнс Хаус. Так, ну что, все подарки нашли своих обладателей. Давай. Он меня назвал. Красочки, теперь едет Татьяна. Мы сейчас посмотрели, кто еще участвовал в этом конкурсе. Угадайте, кто? Никто, кроме меня. Типа, кроме Ксюши. Ксюша, молодец. Ксюша выиграла. Я знала. Всегда участвуют в таких тупых конкурсах, потому что сегодня люди 30+. Моменты жизни. Такое? Это что такое? Мы ключи ищем. Ключи ищем от домофона. Выпалила глаза. Это ж пиздец. Я что-то немножко вспотела внутри. Внутри? Внутри. И смотри, руки расслабляешь и голову опускаешь. Сейчас мы тебе... Молиться будешь. Пизда, Даша. Поднимай голову, только место. Смотри сюда. Ну чё? Я вообще зачем пришла? Саша, очень красиво. Очень сексуально. Тебе нравится? Да. Hello, it's me. Там hell написано. Ad. Там надо разделять на одну полсосковую часть. Полсосковую часть. Нравится? Нравится. Ты знаешь, как будто беременная это для меня? Да, 12. Сейчас ляки начинили. Руки. Я думала, будет как юбочка. У меня какое-то затмение, и ребятки смотрят. Маш, покажи, сколько ты очков взяла. Ну, там не видно. Покажи вот так вот со стороны. Она взяла, это мое устройство. Это вообще Юлина очки. Это притяжение. Что-то я какой-то зотмен. Ну, вам не увидно будет. Может, сфоткай через это? Ну, сфоткай через это. Через очки. У меня глаза болят. Это прикольно. Ага. Ну, пентхаус у них, наверное, да? Хаус. Угу. А вот ты почему меня не спрятал? Покет, это, по-моему, карманный кошелек. А, да? Wallet. Wallet. Блядь, there are interesting moments, mm-hmm. да? We went to fixed price and we bought my lovely cappuccino. Дешманский, но прикольный, сладкий, с сахарной дозой. Обожаю sometimes. I stand around the kassa and I say, Юля, do you know about this pocket is карман? Типа, but кошелек, I remember like a wallet. And I don't know why I say pocket is кошелек. For apples, you put water and apples in a big bowl. The apples stay. This is Halloween. 31. Как? 31. То есть once? So... Нормально. Первый у нас once, two's, three's. Неправильно прочитала. Знаешь, вот ST, куда мне? Вот куда? Вот я тебя спрашиваю, как будет первый? The first. Ну и чё? Masks to disguise themselves. Блять, вот знаешь, я везде жду подвох, просто 17 штук этих, да, вопросов. Да, там нет подвоха, там просто вопросы, потому что он говорит. И я понимаю, я пытаюсь понять каждый, блядь, предложение. Моменты жизни. Мы сегодня с Ирочкой пришли на мероприятие. Классика с комментариями. Мою любимую Адан Кирхи. И комментарии будут от меня. А Юля сначала вообще не знала, куда мы идем. Я говорю, на концерт классики. И сегодня я билет даю, который она платила, да? Говорит, а что, там будут комментарии? Думаю, я одна буду комментировать все. В общем, это церковь, она на Кирхе, вы все знаете уже. Будет концерт в честь 300-летия этого здания. И что за эту всю историю оно пережило. Вот, тут будут все комментировать, рассказывать. В общем, лайфхак. Когда идут концерты в этом заведении, вы можете на концерт сходить и посмотреть выставку. Дополнительно платить ничего не надо. И мы сейчас возьмем двух зайцев сразу, потому что обычно, ну, типа, когда ты идешь на выставку,
а тебе рассказывает прихожанин, ну, то есть как экскурсовод. А мы сейчас послушаем все и пойдем посмотреть. Как первое ощущение? Вот так вот. Вот смотри, какие свечки. Да, они всегда тут освещать тебе путь. Быстренько, давай. Оп-оп-оп. Эмоция, ощущение. Ее рассмешило слово «приход». Юль, ты от этого не отвлекаешься. Юлька еще учится. Ну, прикольно. Я не учусь. Я просто интересуюсь. Не надо тут меня. Давай, не надо. Творишь меня сфоткать. Мне очень нравится, когда они вот этот проем, прокат, как это называют? Как эта штука называется? Всегда упрощают. Пролет. Пролет, улет, приход. Castaway. Я еду на свои первые ever съемки в моей жизни в телевизор. Вот, собрала все свои шмонатки, буду рассказывать и учить людей играть на укулелке. Что такси? Юля не хочет передо мной просто дверь закрывать. Ну, смотри, как это будет выглядеть. Ну, некрасиво, согласись. Да. Ладно, все, пошла. Угу, конечно, что, зазвездилась на чужие кроссовки теперь так вот. А, это твои кроссовки? Так, би-би-би-би. У нас все отлично. И на этой же первой струне есть какой-то аккорд, называется С. Нам нужно зажать первую струну на третьем ладу. Лады, представьте, это парадные или подъезды. Мы все-таки в Петербурге, поэтому парадные, да? Так вот, вот эта вот нумерация вот этих парадных, вот этих подъездов и называется лады. Моменты жизни. Какая Мило. Прелесть, такой прям пушочек. Да, ты его нет, пиздец. Ну вы не нюхай, это же плесень. Короче, у нас Юля как-то готовила гречку, никто ее не мыл, ее никто не ел. Вот у нас закрой, Даша. Новая живность. Закрывай. Наконец-таки, ура! Будут хорошие стулья, деревянные, отличные. У меня взяла на пробу две штучки. Если понравится, они нас выдержат. Я закажу еще две, и вот это поменяем. Причем решил сам вызволиться. Говорит, я закручу. У нас опять сегодня дома салон красоты. Покажу. Да, Юля предложила очень интересную идею стульев, так как они не обработаны, они не лакированы ничем, обработать их каким-то цветом и перекрасить то, чтобы все было в единой эстетике. Самая легкая из нас пошла проверять. Ну-ка. Там у него шуруповертом их закручивать. Так, Маша, как ощущения? Жопа не елось. Красиво сидит. Дорогие гости, жопа не елось. Юль, попробуй ты. Мы сейчас по нарастанию. Да, по нарастанию идем. На обычный стол нормально. Да, не, вообще хорошо. Хорошо, нормально. Топ. Нормально. На слабо закрутил, да? Артем, давай. Это у нас паркет или что? Сам мастер будет садиться на этот стул. Ну-ка. Конечно же, все собрано идеально. Ну-ка. Жопу человек. Александр. А что я сам... Так, я не понял. Я операторка. Ну-ка. Ой, ну прям это прочно. Да? Да. Уверена, а да? Значит, очко не поджато, нормально. Когда сидишь. Нет. Ну так, вот этого не надо нам делать. Я поняла, почему у нас все стулья так. Ну-ка, мне чисто. Можно? Чтобы мы волосы все покрасили. Скажу, что. Понял, да. Понял. Я не буду это проверять. В смысле, ты их можешь и так погнуть руками. Сашка, так и делал. Берешь ее. Вот. Мы, знаете, мы можем на стену повесить какой-то объект. Вы рарту дадите. Они как раз глянцевые, красные. Вы можете просто пробить. У нас будет звонный здесь секс. Садимся. Садись, почувствуй ровно. Слушай, правда хорошие? Ну прям, ну, и сама хочу. Ну мы живем моментом. Нашему времени моментом надо жить. Очень хорошо. Моменты жизни.
Вот вы думаете, что я делаю почти пол второго ночи? Наши соседи делают какие-то понятные люди у нас ремонт. Это смежно стена, и я проснулась, потому что они орут, они как-то неадекватно ведут себя. Пылесосят, муж начали с Юлей стучать. Сейчас у нас шоу-прослушка. Реально слышно, прикиньте. Я не знаю, слышно вам или нет, но Саша кошку проснулась. Так они больше трындят, чем ремонт делают. Что-то они вообще лыка мне вяжут уже. Я и мои неудачи просто. Девочка, поиграем! Уйди, уйди, уйди! Да не надо мне ничего качать! Как они завязываются? Я тоже в шоке. Сейчас пуделя тебе сделаем. Пуделя? Что-то пока мышка какая-то странная. Нет, это шапка, слышишь? Нет, давай с другой стороны. Ты у нас Д'Артаньян! Ой, какая. Мне кажется, так лучше, так намного лучше, Саш, ты какой-то шейх. Сашка, это определенный талант. Собирал пчелу, получил шапка. Вашему вниманию два клоуна, Лёлик и Болик. Бобик и... Бобик и... Биба и Боба. Биба и Боба. Кто из нас кто, выбирайте сами. Алекс сейчас торжественно открывает Юлину комнату. Покажи. Нет, это как открываем. Этот, который мост открыли за 17 миллионов. Да, за 17 миллионов. Открываем торжественно. Давай фанфары. Ту-ту-тру-ту-ту. Давай. Ту-ту-тру-ту-ту. Все с шариками. Праздничное настроение. Всего вам доброго, хорошего. Хорошего вечера. Балык. Мне так нравится. Балык. Балык с татарского рыба. Чё ты спиздану не оставил? Я это оставлю. Очень мило, спасибо. Мне очень нравится. Моменты жизни. В этом году мы Хэллоуин не спраздновали, но будем провожать осень. Тыква у нас уже есть. Это не я тыква. Сашулька, ну вообще, муча грася стал. Муча с грася. Незаконченный образ. Давайте сфотографируйтесь, реально. Красавчики, ой, сейчас фотку сделаем. Мы в этом году не праздновали Хэллоуин, но у нас есть тыква. И потому что мы православные. Это вообще татарка. Это не русский праздник, не наш праздник. Поэтому мы провожаем осень. У нас свой праздник славянский. Какой? Провожение осени, встречи зимы. Все правильно, все правильно. Осень. Мы славяне. Осень, пока зима. Мы славянский народ. Да, татарка? Я слышал. Если ты любитель влогового формата, то напоминаю, что у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни. Обязательно чекай и смотри. Ну а также не забывай писать, как у тебя дела, делишки. Мои малышки, hello, за это время. Ну и по традиции хочу выразить благодарность всем людям, которые меня поддерживают сейчас на Бусти. Вот все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клёвые ништяки, весь раздачный материал и моё почтение. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.